Всем привет! Сегодня у нас 20 августа 2019 год. Поспевает вот такой средний поздний нектарин Флейвон. Деревцу 4 года. Нагружено очень сильно. Сейчас покажу. То есть я его перегрузил довольно-таки сильно. Оно все красненькое у нас. Такие вот плоды очень хорошо окрашиваются на солнышке. Ой, вот как он висит красиво, как он грузится от самого низа. Ой, очень красивый. Вот он только первый начинает размягчаться. Нектаринчики. Очень урожайный сорт. В том году я забыл его снять на видео. Я где-то был в отъезде, приехал он. Весь переспел, то есть товарного вида не было. А в этом году, вот как раз перед тем, как он поспевает, решил снять его. Сейчас со всех сторон обойду, покажу. Как он смотрится на дереве. То есть если его, конечно, пронормировать тщательно, вес будет намного крупнее. Я его в этом году не нормировал, чуть-чуть забыл за него. Все равно вес, я думаю, должен быть там в районе 140 грамм. Сейчас посмотрим. Что нектарин так неприхотливый, не подмерзал у меня за эти годы, сколько я его выращиваю. То есть по вкусу огонь отличный. Сейчас нарвем и посмотрим, какой он в разрезе, какой у него вкус. Вот видно, отрывал ветки, уже полностью спелый, и уже расскажу за него. То есть, ну, видно, как урожайность у него, конечно, повышена, отличная. Сейчас сорвем и посмотрим. Осталось он два плода висит, три плода висит бигтопа. В этом году был тоже облепленный нектарин, это последние остались. То есть даже могу сравнить с этим нектарином по мякоти. Короче говоря, вот такой вот сорт. Сейчас нарвем, и уже, потому что они многие еще зеленые висят, я решил, пока его никто не рвал, снять вот во всей красе его. Еще многие зеленоватые, такие самые-самые на вершку. Вот такой вот симпатичный нектаринчик. Класс. Задалека. Вот так вот он смотрится, когда к нему подходишь. Так, сейчас положим на веса, посмотрим. Так, давайте посмотрим, какой вес у этого нектарина. 140. Нагрузка сильная. 135. 140. 141. 191. 135. 100. 186, 120, 126, да, перегрузил я маленько его. 142, 109, 132, 113. В описаниях он идет 140-160 грамм средний вес в характеристиках. Так, ну, у меня вот такой вот вес. Нектарин вот красивый, товарный. Гляньте, какая красота в руке. То есть супер. Суперовый. Так, сейчас разрежем, посмотрим, какая мякоть, какой вкус. Так, давайте посмотрим, какая мякоть у нектарина. Мякоть довольно-таки
плотная. Такая желтенькая. Это более спелый плод. Красивая. Такая вот косточка, видимо, отделяется. Ну, сейчас посмотрим. Да, косточка, можно сказать, отделяется. Вот тут, где хвостик только остается мякоть. Так, ну-ка. Посмотрим на мякоть. Такая чисто желтый благородный цвет. Мякоть, видно, что она выспевшая. Очень красивый на вид и очень вкусный. Сейчас попробуем, скажем, какие вкусовые. Ну как с соком у нас тут не сильно много, прям давишь не сильно. Сейчас попробуем на вкус. Мякоть ароматная, нежная такая. Кожура при еде не ощущается. Довольно-таки такая неплохая по вкусу. Кисло-сладкий, ароматный данный сорт с таким явно таким нектариновым ароматом. То есть, ну, неплохой сорт. Мне он понравился. Я в том году его пробовал. Ну, правда, переспевшим. В этом году вот как раз тот момент, когда нужно его кушать, употреблять. То есть вот сейчас разлупим еще, посмотрим на кость, как она отделяется. Вот так она отделяется с кусочком мякоти. Косточка вот такого размера в этом сорте. Сорт американской селекции среднего позднего срока созревания. Сорт Флейвон. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. У кого растет этот сорт, можете отписаться в комментариях, рассказать свое личное мнение за данный сорт. Как он себя показывает на вашем участке, будет интересно почитать. Ну а так, в целом, такой небольшой видеообзор. Всем спасибо за внимание. Всем пока.